от бездействия украинской Фемиды окончательно устали в Европейском суде по правам человека. Своим решением от 12 октября ЕСПЧ одним махом удовлетворил более 12 тысяч исков украинских граждан. Специалисты говорят, по масштабности этому решению нет аналогов в юридической практике. Таким образом, европейские судьи значительно разгрузили себя, ведь иски украинцев к своему государству составляли пятую часть от всего массива дел.